считаю, что премия с таким названием «За доброту в искусстве» очень актуальна. Особенно в наше время, когда я считаю, что в искусстве вообще в обществе такой раздрай, когда появляются совершенно жуткие произведения, которые далеки, мне кажется, от искусства. Но все-таки задача искусства, именно искусства, нести доброту. Вот я, например, не борюсь со злом, да? Моя задача – приумножать добро, приумножать доброту. Потому что чем больше будет добра, доброты, да, тем у зла не останется места свободного. Вот. Мне кажется, таким способом нужно идти. Поэтому я с большим удовольствием сегодня принимаю участие в этой премии. И, может быть, капельку доброты я добавлю в это дело. Ну, в наш агрессивный мир хочется как можно больше было добрых дел. Это касается, конечно, в первую очередь каких-то, ну, благотворительных моментов. Да, вот совсем недавно закончился, например, и продолжается, точнее, вот год добровольцев в России. Да, то есть добровольческие дела – это не только благотворительность, это просто доброе какое-то ощущение, доброе слово. Это может быть добрая песня, это может быть добрый поступок, конечно же, в первую очередь. Поэтому чем больше будет добра в жизни, тем лучше. И если есть такая премия, она уже существует не первый год, это очень здорово, потому что хороших дел много не бывает. Всегда есть возможность сделать что-то еще хорошее и доброе. Вот эта премия, когда я услышал «За доброту в искусстве» – это удивительно, это так здорово, потому что я всегда верил, и, в общем, это мое кредо в искусстве, что всегда должен быть и спектакль, и фильм с окончанием добрым, потому что это наши русские истоки, русские сказки, где добро всегда побеждает зло. И я думаю, что, в принципе, оно так и будет. Добро должно победить, иначе тогда жить бессмысленно. Дело в том, что мы находимся сейчас в то самое время, когда люди потихоньку уходят в гаджеты, потихоньку уходят в сериалы. Книга все больше и больше вымывается из нашего пространства, из нашего социума, и ее меняют на что-то другое, на более интерактивное, на более быстрое. Мы друг другу пишем смс-ки. Раньше мы писали письма, и они были длинные, глубокие, со стихами, где мы признавались в любви. А сейчас мы пишем ок, или вообще ставим вот такое. Мы даже уже ничего не делаем, мы просто ставим смайлики и все. И когда писатель пишет и понимает, что о нем думают, о нем заботятся, его награждают премиями, он понимает, он это делает не зря. Я впервые на этой церемонии, но уже то, что искусство во благо мира, уже само название говорит за себя. И вот мы вошли в этот зал, вы посмотрите, пирожные, мандарины, на экране какие-то хорошие надписи знаменитых людей о доброте. Это замечательно, это значит свет, добро, теплота. Это то, что нам нужно, и то, чего в последние десятилетия, в общем-то, может быть, и не хватало. Thank you.
теперь далеко. Все пьяно, джукан, полтора монта, пикки, пикки, лавенко. Люблю-блю канали, пикки-пикки, теперь далеко. Все пьяно, джукан, полтора монта, пикки. Thank you.
сердцах людей жива надежда, и вера в лучшее осталась. Немного нужно, чтоб, как в песне, вся наша жизнь добрее стала. Найдем в искусстве светлый лучик, где чистота, мораль и святость. Проект «Ага, мир лучший» поддержит вас, подарит радость. На благо мира ты твори и созидай. На благо мира честь и совесть сохраняй. На благо мира ты всем людям помогай. На благо мира жизнь любовью наполняй. Мы создадим ориентиры для жизни нравственно-духовной. Объединим добром и силы с высокой целью благородной. Мы детям мир подарим чистый, добро и свет его наполнят, и станет каждый день лучистым, советы Бога все исполнят. На благо мира ты твори и созидай. На благо мира честь и совесть сохраняй. На благо мира ты всем людям помогай. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, мы очень рады вас видеть. Сегодня в этот удивительный вечер в мир доброты и искусства вас будут сопровождать актриса, член экспертного совета премии «На благо мира» очаровательная Инна Гомес. Спасибо. А я, в свою очередь, рада представить вам моего коллегу. Поэт, музыкант, счастливый человек Стас Море. Дамы и господа! Сегодня мы чествуем самых целеустремленных, талантливых, креативных представителей разных направлений искусств, чье творчество ориентировано исключительно на благо мира. Именно так, «На благо мира» называется премия, которую мы сегодня вручим победителям в 12 номинациях. Для открытия церемонии на сцену приглашается учредитель премии Александр Усанин. Дорогие друзья, спасибо, что вы пришли в этот замечательный вечер, в этот замечательный холл с названием «Мир». На самом деле, жизнь людей зависит от того, что тиражируется с экрана. Наверняка многие хорошо помнят замечательный фильм «Человек с бульвара Капуцинов», где на примере маленького городка очень хорошо показано, что люди осознанно или неосознанно копируют те модели поведения, которые тиражируются с экранов. На самом деле, духовные скрепы, о которых сейчас часто многие говорят, это доверие. Именно доверие является тем фактором, который объединяет всех людей и делает общество сильным и счастливым. Без доверия мы не сможем строить никаких отношений, ни дружбы. Мы не можем даже построить семью с человеком, которому не доверяем. И мы не можем даже заниматься бизнесом с тем, кому мы не доверяем. И доверие в обществе зависит от ответственности. И для того, чтобы общество было здоровым, люди должны видеть с экранов много хороших примеров. На самом деле искусство – это пища для души. Точно так же, как пища для тела, пища для души должна быть и вкусной, и полезной. К сожалению, сейчас многие произведения искусства, можно сказать, вызывают порой острое душевное отравление. И многие премии, в том числе в сфере искусства, вручаются только за профессионализм. И в чем отличительная черта этого проекта? Она, во-первых, отличительная в том, что здесь премия оценивается самими зрителями, которые ставят две оценки всему, что показывают с экранов, по двум категориям – профессионализм и
доброта. И сами зрители участвуют в формировании призового фонда и также работе этого проекта. На данный момент у нас благодаря зрительской поддержке в 12 номинациях такие призовые места. Первое место – 101 тысяча рублей, второе место – 75 тысяч рублей и третье место – 50 тысяч рублей. Я мечтаю о том, когда у нас будет призовой фонд позволять делать гораздо более серьезные финансовые поощрения тем, кто делает мир лучше. И одна еще особенность – зрители на этом проекте имеют возможность лично финансово поддержать любого понравившегося им номинанта, независимо от его рейтинга в системе голосования. У нас также есть члены экспертного совета, которые в будущем, когда призовой фонд будет больше, могут добавлять дополнительные призовые места и которые также делают небольшую корректировку, потому что последние недели перед окончанием голосования многие места меняются местами буквально в течение недели. И вот как раз эксперты из десятки определенных зрительским голосованием лидеров выбирают трех окончательных лауреатов, которых мы сегодня узнаем. И здесь будет еще вручен символ нашей премии. Это на самом деле очень весомый, в том числе даже в плане килограммов, приз. Это статуэтка премии «На благо мира», которая, кстати, изготовлена из латуни, покрыта медью, никелем и золотом высшей пробы. Это вечная благодарность зрителей тем, кто делает наш мир лучше. Итак, небольшая вводная часть, рассказывающая об этом проекте, закончена. Торжественный вечер, посвященный чествованию и награждению лауреатов премии «За доброту в искусстве на благо мира 2018», объявляется открытым. Искусство появилось из потребности людей творить, делать мир лучше, интереснее, ярче, проявлять высокие порывы души. Инна, в этой связи хочется спросить тебя, как ты считаешь, какой из видов искусства появился ранее всего? Ну, мне кажется, что музыка, наверное. Ты абсолютно права, потому что для музыки необходимо всего лишь человеческий голос, ну и собственное желание, наверное, ее исполнять. Да, и это правда, потому что человек соприкасается с музыкой, с песней с первых дней своей жизни, когда мама поет малышу колыбельную. И мы начинаем петь, даже еще не научившись читать и писать. Для награждения лауреатов в номинации «Авторская песня» на сцену приглашается народный артист России Олег Газманов. Для меня большая честь и большое удовольствие участвовать на этом замечательном мероприятии, потому что приумножение доброты, добра в искусстве, вот сегодня это очень важно. Об этом нужно и можно, и нужно, наверное, много говорить. Я много говорить не буду, то есть я за. Я с удовольствием вручаю эту премию. Итак, третье место в номинации «Авторская песня» заняла песня о любви к самому дорогому для каждого из нас человеку. На сцену приглашается автор песни Ольга Морозова. Тебе мне рассказать, как было бы хорошо вернуться в детство. Итак, второе место заняла песня «Милость» о личных отношениях с Богом, которая учит воспринимать все, что посылается свыше, как милость. На сцену приглашается автор исполнителя песни Ярослав Климанов. Первое место заняла песня, объединяющая в единой молитве людей всех религий. Песня «Хвала», песня «Богу хвала». На сцену приглашается соавтор, продюсер Евгений Коинов. По итогам года это лучшая песня в номинации «Авторская песня». Спасибо, это прям хорошо.
бы хотел я нарисовать мечту. Солнце и ветер молнию на лету. Как бы хотел я нарисовать полет. Ветер свободы, что меня вдаль несет. Вместо слез нарисовать цветы. Вместо разлук мосты. Вместо утрат мечты. Чтобы красок свет нам возвратил рассвет. Чтобы каждой минуте след не говорить прощай. Как бы хотел я время нарисовать. Застывший свет в рамке окна ставил твой силуэт. Вместо слез нарисовать цветы. Вместо разлук мосты. Вместо утрат мечты. Чтобы красок свет нам возвратил. Итак, следующая номинация — популярная песня. Да, и для этой номинации мы приглашаем на нашу сцену под ваши аплодисменты народный артист России, вечно молодой Дмитрий Маликов. Третье место в номинации «Популярная песня» заняла песня о любви, вере и доверии к Богу, тому, что преданность Ему делает нашу жизнь счастливой. И на сцену приглашается автор и исполнитель этой песни Титовская Екатерина. Ты назвал любимой, когда любви не чувствую. Второе место заняла песня Димы Билана «Не молчи», которая учит доброте и принятию. Особо отмечено также за трогательный, очень добрый клип к ней. К сожалению, Дмитрий и его продюсеры сегодня на съемках, поэтому передадим этот приз лично чуть позже. Я сам его скоро увижу, тоже могу этому посодействовать. Давайте поаплодируем. Хорошая песня, хороший проект. Спасибо. И первое место заняла песня о том, что у каждого из нас свой непростой жизненный путь. И этот путь необходимо пройти нам достойно, не поспоришь. Поэтому на сцену приглашается автор и исполнитель песни Даниил Плужников. Мне очень приятно, правда. Спасибо большое. Я очень рад, что эта песня так понравилась. И спасибо большое. Спасибо тебе, Максим, большое. Спасибо большое.
Спасибо. Замечательная песня. Я хочу спеть для вас свою новую песню, которая как раз об этом. Называется она «Все будет хорошо». Мне очень нужны ваши аплодисменты. Отлично, спасибо. То ли дождь, то ли пепел с небес летит. Я шагами измерил, что не пройти. В нарисованных стенах ты ищешь дом. То любовь, то измена, все об одном. Как же это здорово, я тебя узнал. А ты танцуешь снова среди кривых зеркал. Рассекая воздух выше в небеса, все гораздо проще, если верить в чудеса. Ускоряя шаг, твой попутный ветер по семи морям за тобой пошел. Все не просто так, все, что было, пепел. Знай, моя звезда, все будет хорошо. Как ваше настроение? Плохо слышно, как настроение? Другой разговор. А на какую сторону за тобой пойти? Нам с тобою поровну, значит, по пути. А ты танцуешь снова поперек и вдоль. Соберем, что сломано, и утихнет боль. Ускоряя шаг, твой попутный ветер по семи морям за тобой пошел. Все не просто так, все, что было, пепел. Знай, моя звезда, все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо, ребята, не грустите. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Опа! Ускоряя шаг, твой попутный ветер по семи морям за тобой пошел. Все не просто так, все, что было, пепел. Знай, моя звезда, все будет хорошо. Я желаю вам хорошего вечера. Все еще только начинается. Отдохните как следует. Сегодня мы награждаем достойнейших людей. Это очень приятно. Спасибо. И с наступающим Новым годом. Спасибо. Дмитрий Маликов. Вид творчества, который представлен в следующих двух номинациях, так же, как и музыка, произошел в глубокой древности. Первыми книгами на Земле были книги мудрости. Книги, которые несли знания, объясняли человеку предназначение и смысл его жизни. Поэтому следующая номинация – познавательная литература. Добрый вечер, дорогие друзья. Большое счастье быть сегодня здесь. Я благодарю учредителя премии Александра Усанина за то добро, которое он несет нашему миру. Я считаю, что каждый творческий человек должен очень чутко понимать, на чью мельницу он льет свою творческую воду. Третье место в номинации «Познавательная литература» – книга «Искусство семейного воспитания». Пожалуйста, мы ждем на сцене автора. Рыцарь гуманной педагогики, академик Шалва Аманашвили. На сцену приглашает свой внук, предтеченский Александр. Второе место заняла книга, которая дает человеку возможность выйти за рамки обычного представления о себе. «Тонкое строение человека». Автор Олег Геннадьевич. Без фамилии, простите. На сцену приглашается представитель Круглянин Константин Дмитриевич. Надеюсь, что он здесь. Первое место — книга о подлинных ценностях жизни, иллюзии и реальность. Автор Александр Хакимов. Представитель писателя Кузьмина Екатерина, мы вас ждем здесь. Такой конкурс, он объединяет людей на основе высших духовных ценностей, нравственных ценностей. И он просил передать личную благодарность Александру Усанину
и также поблагодарить всех, кто проголосовал за Олега Геннадьевича. Он хотел пожелать всем здоровья, успеха, процветания этому проекту. Большое спасибо. Мы также предлагаем всем нашим лауреатам сказать несколько слов. Уважаемые гости, добрый вечер. От лица Шалвы Амунашвили я глубоко благодарю за эту премию. К сожалению, он не смог сегодня присутствовать лично, поскольку он не в Москве, он работает. От тебя я добавлю, что для меня он всегда был примером, и я сам стараюсь брать в свою очередь пример с него и для своей семьи быть олицетворением тех качеств, которые он в себе несет. Александр Генрадович сожалеет, что не смог приехать на такую замечательную премию, и просил поблагодарить организаторов в первую очередь то, что вы делаете такие невероятные проекты. Проекты, которые развивают красоту, добро. И, конечно же, хотел поблагодарить всех тех, кто проголосовал за эту книгу. Спасибо большое. Добрый вечер, друзья. Когда поднимался на сцену, вот о чем подумал. Видимо, о том же подумали и учредители. Именно высотой этой сцены подчеркнуть те творческие высоты, на которые поднялись наши сегодняшние, вчерашние и завтрашние поднимутся номинанты. Третье место в номинации «Художественная литература» заняла добрая, развивающая воображение и любознательность сказка «Курляндия». На сцену приглашается, ну, естественно, прекрасный сказочник Сергей Поликарпов. Второе место присуждено познавательные сказки о дружбе, рассказывающие о особенностях быта русской деревни. На сцену приглашается автор книги «Приключения Мохнатика и Венечкина», писательница Кривошлыкова Светлана. И первое место в номинации «Художественная литература» заняла азбука, которая по-доброму, легко и интересно учит детей чтению. На сцену приглашается автор книги «Сказочная азбука» Олег Рой. Добрый вечер. Огромное спасибо, что сегодня я удержал у вас такие потрясающие призы. Мы так долго за это болели, мы так долго хотели все-таки победить, а это была премия, и надо было бороться. А чтобы бороться, нужно хорошо писать. И у меня за спиной, но также впереди стоят те писатели, которые так же, как и я, очень сильно хотели быть здесь. Но могу вам сказать только одно. Когда мы работаем для детей, мы так или иначе все побеждаем. Почему? Потому что мы делаем все для того, чтобы наше поколение детей, которое сейчас растет и растет на наших книгах, росло очень и очень добрыми, хорошими. И для этого мы потом снимаем свои мультфильмы и «Дракоша Тоша», и «Джинглики». Все ради наших детей и все на благо мира. Их хорошими руками после прочтения наших замечательных книг. Спасибо вам огромное. Я очень благодарна всем, кто проголосовал за мою книгу. И благодарна также Александру Евгеньевичу за такую удивительную премию, которая объединяет людей, которым не безразлично то, что будет, каким наш мир будет завтра. Внеся любовь и добро. Каждый из нас в отдельности, и все мы вместе обязательно добьемся доброго будущего для наших детей. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто за меня голосовал, кто болел, кто отдал голос. И также спасибо за поддержку своим близким и супруге. А я буду дальше нести добро через свои книги. И всем большое спасибо. Стас, но ведь книги иногда оживают. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что иногда можно увидеть то, что когда-то кем-то было написано в книге. Наверное, ты сейчас говоришь о театре. Совершенно справедливо. Итак, как вы поняли, наша следующая номинация – это театр. Народный артист России Александр Александрович Петков. Ура! Встречайте. Как говорил Шекспир, вся жизнь – это театр, это игра. И кто в ней побеждает в этой прекрасном церемонии, мы сейчас узнаем. Третье место в номинации «Театр» занял
спектакль «Я счастье» театра «Нитья». Аплодисменты, история пожалуйста. История о том, что человек по-настоящему счастлив лишь только тогда, когда понял свою духовную природу. На сцену приглашается режиссер спектакля Дамира Садреева. Аплодисменты актера, который великолепно выполнил роль Дамиры Садреевой. Браво! Передайте ей наше поздравление и этот великолепный приз. Второе место присуждается трогательному спектаклю «Тайна белого лотоса». Это сказание чистой высокой любви, созданное побылинам и преданием Астраханского края. Астраханский театр кукол. На сцену приглашается режиссер-постановщик спектакля Балаков Сергей. Вперед, победам, новым и свершениям. Спасибо огромное, аплодисменты и ваша благодарность. Спасибо огромное, клянусь вам. Актеры периферийных театров работают не для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы создать что-то новое и интересное, и для того, чтобы расти самим душе. И вдвойне приятно, что, оказывается, мы не просто театр для развлечения, а еще делаем что-то на благо всего мира. Это приятно, спасибо. Первое место заняла история с глубоким духовным смыслом, содержащая историю явления Христа. На сцену приглашается режиссер-постановщик спектакля «Чудесные странники» Аксенов Дмитрий. Театр «Эсфанд Чербал». Спасибо. Спасибо огромное организаторам конкурса. Спасибо тем, кто поддерживал наш театр и поддерживает. Спасибо нашей Родине, что она дает нам возможность жить, дышать и чувствовать самое высокое, что есть на Земле. Чувствовать любовь. Спасибо вам. Спасибо. Технический прогресс позволил запечатлеть то, что мы видим сначала в виде фотографий, а затем в виде сменяющихся кадров первых кинолент. Так появилось кино. Первые фильмы были документальной хроникой. Таким образом, следующая номинация – документальное кино. Третье место в номинации «Документальное кино» присуждается фильму «Отнятое сокровище». Актуальный для современного общества фильм, который рассказывает о том, что трезвость – ключ к благополучию личности, семьи и всего общества в целом. На сцену приглашается Святослав Варнашов, автор проекта «Думай сам, думай сейчас». Второе место занял документальный фильм «Каждая собака». Фильм об ответственности и любви к братьям нашим меньшим. На сцену приглашается режиссер Виктория Казарина. И, наконец, первое место занял воистину шедевральный и очень познавательный фильм о матери многих народов русских. На сцену приглашается режиссер документального фильма «Волга» Андрей Алешин. Как раз сейчас на экране кадры из вашего фильма. Сегодня каждый из здесь присутствующих может улучшать окружающий наш мир, окружающую действительность своими действиями, своим вкладом в то, чтобы сделать его лучше. И мы также не остановимся на этом и внесем свой вклад, чтобы и дальше это делать. Добрый вечер. Хочу сказать, что мы со съемочной группой целый год провели в приюте для бездомных собак. И сняли об этом фильм, чтобы рассказать об этом, чтобы как можно больше людей узнали об этой проблеме. И спасибо большое премии, благодаря ней мы сможем донести наш фильм как можно большему количеству зрителей. Спасибо большое. Спасибо организаторам за эту прекрасную премию. Спасибо родному Саратову, жемчужине Волги и всем тем людям, которые нам помогали снимать этот замечательный фильм. Приезжайте на Волгу, наслаждайтесь ее красотой и отдыхайте там. Спасибо всем. Творческие люди быстро оценили возможность кинематографа, и вслед за документальными фильмами возникло игровое, любимое всеми нами кино. Художественное кино по праву можно назвать одним из самых популярных видов искусства. Ведь все, и дети, и взрослые, мы очень любим кино.
Для награждения лауреатов номинации «Художественное кино» на сцену приглашается любимый всеми актер кино и народный артист России Александр Васильевич Панкратов Черный. Третье место занял глубокий, да более правдивый и актуальный фильм о том, что такое на самом деле правдивость, бескорыстность, чистота жизни, следование истинным своим идеалам. На сцену приглашается режиссер фильма «Дурак» Юрий Быков. Второе место в номинации «Художественное кино» занял фильм о самоотверженности, мужестве, верности, долгу и делу, о силе духа, удивительном подвиге героев войны. На сцену приглашается режиссер фильма «28 панфиловцев» Ким Дружинин. Затаив дыхание, на нас смотрит весь мир. И первое место занял фильм «Герой». Это фильм о том, что в жизни каждого современного человека есть свои вызовы, экзамены на справедливость и честность. Фильм, который учит, как сделать правильный выбор в любых ситуациях. На сцену приглашается Юрий Борисович Васильев, сыгравший в этом фильме одну из ролей. Вера Александровна, Вера, я давно хотел сказать вам, я, может быть, смешон, глуп, что смею надеяться, но я просыпаюсь каждое утро только от одной радостной мысли о вас. Я думаю... Я хочу сказать, что очень здорово, что такое, на самом деле, героическое, я бы сказал, даже брутальное кино. На самом деле, мы действительно вкладывали туда мысли о добре. И здорово, что его выбрали вот для этой премии. Спасибо. Огромное спасибо. Это очень неожиданно. Вот есть у нас такая икона «Нечаянная радость». Вот это вот отсюда. Скоро Новый год. Очень добрый, удивительный праздник. В этот день мы становимся все немножко детьми. Мы верим в чудо. Мы верим в Деда Мороза. Мы верим в добро. И как в наших русских сказках, одно из моих желаний на Новый год будет, чтобы добро победило зло. Создать хороший фильм – непростая задача. Это работа огромного коллектива, сердцем которого является режиссер. И сколько бы фильмов ни снял режиссер, самым трепетным чувством и теплом он вспоминает свою первую работу, свой кинодебют. Ну и кинодебют бывает не только у режиссера, и... Я сейчас хочу обратиться именно к тебе, как к актрисе. Ты снималась и снимаешься в большом количестве фильмов, но, естественно, у тебя тоже был дебютный фильм. Этот фильм, я думаю, что, наверное, со мной согласятся все, является, наверное, самым любимым для многих из нас. Фильм «Гости из будущего». И до сих пор с каким-то трепетом смотришь этот фильм. Ты была еще школьницей. Это первая работа. Как это? Каково это? Расскажи. Правда, мне повезло. У меня там, правда, маленькая роль, но впечатления остались самые чудесные. Это фильм Павла Арсенова. И я вспоминаю об этом с особым теплом и радостью. Было очень-очень интересно. На счету этого режиссера такие фильмы, как «Лиловый шар», «Король-олень», «С любимым и не расставайтесь». В общем, замечательный режиссер и замечательная картина. В этом году, по-моему, 33 года уже, как эта картина есть у нас в нашем кинофонде, и очень часто я вспоминаю именно о ней. Спасибо тебе огромное за этот фильм, спасибо всем, кто к нему причастен, эти аплодисменты сейчас по этому поводу. И будет вполне резонно, логично, если следующую номинацию, номинацию «Художественное кино дебют», вручишь именно ты. Третье место в номинации «Художественное кино дебют» занял фильм из Белоруссии. О том, как дети занимаются решением серьезных проблем. Я считаю, что вообще детям стоит доверять.
Создатель этого фильма, директор Международного детского фестиваля кино и телевидения «Киносвет», организатор детского лагеря «Киносмена» Владимир Морозов. Это фильм «Тимур и команда». Второе место. Дебют Константина Хабенского в качестве режиссера, который снял фильм «Собибор». И если вы еще не смотрели этот фильм, обязательно посмотрите. Это история о решимости, силе духа, смелости, о том, как оставаться человеком, несмотря на самые страшные ситуации. Я больше не выдержу. Мы стараемся выжить, чтобы отомстить. Вы стараетесь просто выжить. Нас всех убьют. Скажи, что бежали! Первое место занял фильм «Ключи». Это история о мальчике, о маленьком мальчике, но у него огромное благородное сердце. Потому что даже в современном мире есть место подвигу. Спасибо большое. Хочется выразить огромную благодарность зрителям и организаторам этой удивительной премии за то, что мы сегодня здесь. Ведь так удивительно, столько людей в одном месте, которые действительно хотят сделать этот мир лучше и делают, создавая свои удивительные, добрые, светлые работы. Я очень счастлив, что нахожусь сейчас именно здесь. Я очень счастлив, что снимался в этом фильме. И очень счастлив, что до сих пор даю вам добро через этот фильм. Меня зовут Иван Злобин. Я играл в фильме «Собибор» роль Шлома. Если кто смотрел, может быть, помнит. Вот. Я хочу выразить огромную благодарность организаторам, съемочной группе и режиссеру, конечно, Константину Юрьевичу Хабенскому. На самом деле, мне очень повезло, что я попал в такой проект. Я поступил на первый курс, и сразу же меня забрали фильм, прошел кастинг, вот. Это огромная удача и огромный опыт поработать с такими людьми, как Константин Юрьевич Хабенский, как Кристофер Ламберт. Это огромный опыт. Спасибо еще раз. Добрый вечер всем. Я хотел бы поблагодарить организаторов, зрителей, ну и, конечно, всем, кто принимал в ней участие. Спасибо всем вам. Эти аплодисменты вам и благодарности всех тех, кто голосовал за вас все эти дни. Спасибо вам за ваше творчество. Номинация телепередачи. Для награждения на сцену приглашается народная артистка России Анна Николаевна Шатилова. Третье место заняла передача «Смирение, слабость или сила». Вы видите, какие уже названия они заставляют задуматься. Телеканал «Бланс ТВ». Это передача о важности построения здоровых общественных отношений, о важности правильного проявления своих сильных, хороших сторон. И на сцену приглашается руководитель телеканала Дмитрий Чагаев и ведущая этой передачи Ольга Мотовилова. Второе место заняла в списке добрых телепередач. Ну, я думаю, вы согласитесь. Это телепроект «Голос. Дети». Музыкальные редакторы студии «Красный квадрат» Наталья Шамиладзе и Андрей Сергеев. Первое место в этой номинации телепередач заняла интересная, полезная передача «Семейного доктора», которая дает, передача с большим юмором, которая дает полезные советы о здоровье детей и семьи. На сцену приглашается продюсер телепередачи «Школа доктора Комаровского» Игорь Васильевич Кретов. Добрый вечер, дорогие друзья. Как вы знаете, программа «Школа доктора Комаровского» предназначена в первую очередь для молодых родителей. Смотрите Комаровского, читайте Комаровского, живите по Комаровскому, и тогда вы в полной мере ощутите, что родительство – это не подвиг, а большое счастье. Успехов всем! Спасибо. Спасибо. И эта премия также лишний раз показывает нам, насколько ценно понимание своего предназначения, насколько ценно понимание своих личностных качеств. Вы видели, что каждую программу можно было оценить по двум направлениям.
профессионализм и нравственность. И, на мой взгляд, невозможно быть профессионалом, если в основе твоей деятельности нет нравственной платформы, нет этого нравственного стержня, духовного стержня. Невозможно реализовываться. Спасибо вам большое, спасибо за эту оценку. Спасибо большое. Труд огромной команды, которая, ну, здесь бы даже на этой сцене не поместилась. Двух компаний «Красный квадрат» во главе с Ильей Кривицким, компании «Первого канала» с Юрием Максютой и многими-многими другими людьми, которые отдают, ну, действительно большую часть своей жизни, потому что проектов мы делаем музыкальных много, не только «Голос дети», а и «Голос обычный» и теперь 60+. Так что смотрите нас и пойте вместе с нами. Спасибо. Появление мультфильмов лет 90 назад стало истинным подарком для детей всего мира. Я с тобой не соглашусь, Стас. Знаешь почему? Почему? Потому что это любимая тема не только детей, но и взрослых. Я, например, обожаю смотреть мультики. На самом деле, озвучивать мультики – это очень-очень-очень интересно. Я вам открою маленький секрет. Мультик сначала озвучивается, а потом рисуется. Знаете почему? Потому что художнику очень важно отталкиваться от эмоций, от подачи, от настроения. И важен еще хронометраж, с которым произносятся фразы. Поэтому это очень увлекательная работа. И ты стоишь в студии, у тебя нет экрана, у тебя только текст. И вот тут ты здесь вот прям творишь в полном смысле этого слова. Очень-очень-очень интересно делать мультики. Здорово. Спасибо за эмоции. Аплодисменты, друзья. Ну, и непосредственно на само награждение. Для награждения лауреатов в номинации «Анимация» на сцену приглашается автор песен для многих известных мультфильмов, композитор Григорий Васильевич Гладков. Третье место в номинации «Анимация». Поощрён дебют общественного движения «Двери, добро, лес и Сибирск» за образовательную анимацию «Мой ребенок знает». На сцену приглашается автор Игорь Калинин. Второе место занял качественный и очень познавательный мультик в интересной и увлекательной форме, рассказывающий о вреде курения. Прекрасный пример используемой мультипликации для донесения для детей важных знаний. На сцене приглашается автор мультипликационного фильма «Тайна едкого дыма» проекта «Общее дело» Олег Моисеев. Первое и самое почетное место занял глубокий, качественный и очень красивый мультфильм, направляющий к Богу и помогающий Его ощутить в своей жизни и в сердце. Мультфильм, учащий всегда поступать правильно, полагаясь на Бога. На сцену приглашается режиссер мультфильма «Божий дар» Наталья Федченко. И Святаго Духа. Аминь. Так закончились долгие странствия старого волхва. Особый поощрительный приз отправляется самым юным участникам конкурса – студии детской мультипликации «Сороконожка», в которой мультфильм про медведей создан 7-летней девочкой. Ее нет. Приз отправляется туда. Мы обязательно передадим приз. Ну и, конечно же, огромное спасибо организаторам данного мероприятия, данного события, премии «Во благо мира». На самом деле наш анимационный ролик создавался не в развлекательных целях. Мы его создавали для всероссийского движения по поиску пропавших детей. А приз я специально не взял в руки, потому что он принадлежит не мне, а вот тем замечательным ребятам, которые сейчас стоят на балконе. Это Алексей Дегтярев, который и является тем человеком, благодаря которому мы, психологи, работающие в профилактике, получили такой замечательный материал. Я очень прошу вас, поаплодируйте ему, пожалуйста. Я надеюсь, он сюда спустится и заберет свой приз. Ой, спасибо большое организаторам этой награды, потому что, ну, для нашего коллектива это совершенно неожиданность. Считаю это большим авансом, ну и как-то будем стараться дальше трудиться на благо мира. Спасибо. Добрый вечер, спасибо большое. Очень рад находиться в кругу людей, которые делают этот мир лучше. Ну, могу сказать, что наш мультфильм стал по-настоящему народным. Около года мы собирали на него деньги, 2,7 миллиона рублей. И еще около года заняло его производство. Ну и где-то 2 литра моей крови ушло, чтобы объяснить художникам
и аниматором, что мы хотим сделать мультфильм, который должен менять детей к лучшему. Простите, я просто бежал. Спасибо вам всем большое. Мне помогает группа с вегетарианским названием «Кукуруза». Такая удача, такое веселье, если хозяин с тобой. Всегда Новый год и всегда новоселье, если хозяин с тобой. Но такая тоска и такое мученье, если хозяина нет. Никто не подарит кусочек печенья, если хозяина нет. Если хозяина, 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 если хозяина нет. Yes. Следующая премия. Видеоролики. Для награждения лауреатов номинации «Видеоролики» на сцену приглашается заслуженная артистка России Ольга Кабо. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня так тепло, здесь хорошо. Столько знакомых лиц, кого давно не видела. Коллеги, дорогие друзья, поздравляю всех победителей, всех лауреатов. Желаю удачи номинантам, потому что действительно вот эта премия, которая первый раз проходит в Москве, очень хочется пожелать ей долгих лет жизни, достойных победителей, ну и много-много поддержки, потому что без поддержки, без помощи, конечно, такие праздники сделать очень-очень-очень тяжело. Итак. Барабанная дробь. Третье место в номинации «Видеоролики» занял замечательный ролик о том, что находчивость и сострадание – великая сила в благих руках. Если тебе плохо, начни заботиться о другом. Помощь другим возвращает желание жить. И на сцену приглашается режиссер видеоролика «Подарите мне минуту» Захаров Олег. Второе место занял видеоролик, который учит тому, что такое человечность и настоящий внутренний подвиг. И на сцену приглашается поэт, автор ролика, дед Агван Игорь Растеряев. За то, что подарили мне время. И кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее, я старше. Его уж нет, а я большой. Ну, а первое место заняла реальная история. Очень глубокая работа о том, что такое настоящее счастье. Настоящее счастье внутри каждого. Оно не зависит от внешних обстоятельств. Можно наслаждаться каждым днем и творить, даже если ты слеп, глух и нем. Если в твоем сердце ты соприкасаешься с Богом. И на сцену приглашается автор видеоролика «Свет изнутри» Артем Макаревич. Ну что ж, дорогие друзья, ваши аплодисменты победителям. А я с удовольствием представляю слово Захарову Олегу. Прежде всего, конечно же, большое спасибо организаторам за эту премию, за возможность собраться всем вместе за этот вечер. Отдельный привет и благодарность хочу передать Роману Безродному, моему оператору, соавтору сценария. И, конечно же, поблагодарить всех своих зрителей и друзей, которые всегда меня поддерживают. Спасибо. Ну, конечно, приятно, что про дедушку Агвана узнало столько много людей. Я думаю, он бы, конечно, удивился, если бы, ну, узнал. Что там, пацан, да, 19 лет, что он на войну попал. Вот, спасибо, конечно, огромное всем, кто голосовал. Тете моей, которая сегодня с Волгоградской области приехала. Да, она в зале, она всех агитировала активно все это голосовать. Ну и, конечно, моему корешу Лехе Ляхову, который, собственно, снимал это видео. То есть, да, как бы тут номинация про видеоролики. Вот он непосредственно рулил вот фотоаппаратом. Добрый вечер. Да, самый случайный человек этого вечера – это я, всего лишь видеооператор. Вот. Так что спасибо, спасибо другу за то, что он такой талантливый, спасибо организаторам, вам, публика, за то, что вы здесь собрались. Очень приятно. Героиня нашей работы Ирина Поволоцкая – это человек, который не видит и не слышит.
но при этом она прекрасная актриса, писатель, художник. И, по-моему, это абсолютно невероятная история, на самом деле. И жаль, что она не может находиться с нами, потому что она сейчас на гастролях. Но от ее имени, от своего имени, от имени нашей команды прекрасной, которая работала над этим роликом, и Сони Лебедевой, которая была автором этой идеи, спасибо вам огромное за эту премию. Это очень приятно. Спасибо. Для награждения лауреатов номинации интернет-сайты на сцену приглашается Любаша. Третье место занял сайт, который рассказывает о важности чтения и самообразования. На сцену приглашается автор проекта «Библиотекам в дар» Жданова Марина. Второе место присуждено сайту, рассказывающему о деятельности благотворительного фонда, который оказывает большую поддержку нуждающимся. На сцену приглашается автор проекта «Дорога жизни» Харина Вера. По итогам зрительского и экспертного голосования первое место занял сайт «Благодарение». На сцену приглашается автор проекта Рами Блект, автор популярных книг о саморазвитии. Его книги были награждены первым местом премии на предыдущих конкурсах. Они заняли лидирующее положение по итогам зрительского голосования также и в этом году. Но в этом году мы хотим отдельно отметить его особый проект. Лучший печатный электронный благотворительный образовательный проект. Журнал «Благодарение», распространенный тиражом свыше 4 миллионов экземпляров. Я счастлива. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто отдавал голоса за наш проект премии. Большое спасибо нашим библиотекам, которые активно голосовали. Большое спасибо руководителю Светлане Кривошлыковой. Света, спасибо за помощь и поддержку в развитии проекта. А также большое спасибо учредителям и организаторам за то, что они объединяют неравнодушных людей, чтобы делать мир чуточку лучше. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо всем. Большое спасибо организаторам, в первую очередь, экспертному совету, который поддержал наш маленький благотворительный фонд в этом начинании. Для нас это первая такая серьезная, такая тяжелая награда. Огромное спасибо всем. И мне очень приятно здесь быть, что мой папа, моя супруга, старшая дочь здесь. Все, спасибо вам всем большое. Спасибо еще раз Александру, которого я не вижу. О, Александр, дорогой, привет. Ты, кстати, дорогой, так и не меняешься. Ты такой же худенький, тебе не скажешь, что тебе около 50. Ты по утрам также делаешь йогу. Я вот помню его, знаете, каждые 3-5 лет я его встречаю. У него какой-то новый проект. То он кормит людей где-то на Черном море, где он там, где-то еще. Потом он 5 тонн готовит торт, бедным детям раздает. Потом еще что-то. Несколько лет назад я его встретил, у него глаза горят. Я на премию, говорит, организовываю, на благо мира. Я говорю, хорошая премия. Но я так и не понял. Ну, видите, как он все делает. Очень много благотворительных проектов. И я надеюсь, когда-то мы ему тоже премию вручим. Спасибо тебе за то, что ты пишешь в наших журналах. Спасибо вам всем. Всего хорошего. До свидания. Я люблю летом, лето я люблю зимой. И когда тебя нет, еще сильней моя любовь. Тыщу, летом сжигаю снег, пугаюсь огня. Тыщу, лет меня знаешь и не знаешь меня. Изучай меня по картам, изучай меня по звездам, изучай меня по ливням, изучай меня по грозам. Я не легкая загадка, разгадать меня непросто. Изучай меня по зимам, изучай меня по веснам. Дорогие друзья, это удивительный вечер, где мы награждаем лучшие произведения искусства в каждой из номинаций. Но у нас здесь есть еще один особый приз.
самому доброму произведению года. Он вручается независимо от зрительского голосования решением экспертного совета. И там сумма немножечко побольше. Кто-нибудь мне покажет, какая сумма? Пожалуйста, вынести. Но для того, чтобы сказать, кто. Так, из-за кулис вынести, пожалуйста, сертификат. Ау, там есть такая большая-большая бумажка. Девочки, вынести, пожалуйста, сертификат. Так, итак, сертификат гран-при с помощью зрителей, которые вносят суммы посильные. Главный приз года – это 516 552 рубля. Каждый рубль, перечисленный вами, будет донесен по назначению. И для того, чтобы сказать, что это за произведение, я хочу пригласить человека, о котором вы сегодня немножечко уже слышали. Это мой учитель, учитель добра. Режиссер огня Олимпиады 80, лауреат Ленинской премии Аркадий Михайлович Светлов. Ура! Пожалуйста. Да. Я хотел бы сказать всем здравствуйте, мои дорогие. Как хорошо, что вы сегодня здесь, на этом празднике мира. Это очень здорово. И как хорошо, что его подготовили. И так вас ждали. И так хорошо, что мы вместе. И вот это столько премий, столько интересного. И вот она, последняя премия, такая хорошая, человек заслужил. Позвольте, я зачитаю, ладно? По мнению экспертного совета премии за доброту в искусстве на благо мира, лучшим произведением года, меняющим внутренний мир людей к лучшему, признан фильм «Свидетельство о любви», документальный рассказ. На сцену приглашается режиссер фильма Наталья Босман. Это удивительная история. Пожалуйста, посмотрите, найдите ее в интернете. Ну, в принципе, фильм в открытом доступе лежит уже год. И у нас, наверное, около миллиона уже просмотров по общим ресурсам. Рекламу мы не делали. Вот это удивительные люди, это мои духовные родители, духовный отец и духовная мама. Вот у нас так. И я, когда с ними познакомилась, я не поняла, почему о них еще ничего не снято. Потому что это удивительные люди. Мы рядом с ними, с моим супругом, уже почти 6 лет. И это очень изменило наш внутренний духовный мир. Вот, а фильм... Все-таки я хочу поблагодарить своего соавтора, Диму Протопопова, потому что очень важно работать в единомыслии, чтобы ничего не отвлекало, и чтобы человек придумывал то, что у тебя в голове рождается, как это технически сделать. Мне кажется, что мы с Димкой не испортили. Вот. И еще здесь был Дима Маликов, жалко, что он уехал. Он просто подарил нам свою музыку, у нас 80% музыки Димы Маликова. Она сделала фильм наряду с такими произведениями, как Эдуарда Артемьева, Алексея Рыбникова, Крылатова. В общем, фильм довольно интересный и теплый. Посмотрите его, пожалуйста. Мы не знаем, кто нас выдвинул на эту премию, но вот низкий поклон человеку. Вот, и спасибо всем, кто голосовал. Наташа сказала: «Батюшка и матушка, нас приглашают на заключительный акт вручения премии, мы там какие-то лауреаты, но вот не сказали, какое место. А по зрительскому голосованию третье, матушка посмотрела. Мы пришли, номинация «Документальное кино»,
Третье место одни, вторые другие, первые, третьи. Пошли другие номинации. Мы сидим с недоумением, а что нас сюда позвали? Ну, просто, ну, я понимаю, священник как-то так что-то к месту вроде бы освещает место. И сидим. А я про себя сижу, а у меня что-то такое крутится в голове. И когда вот сейчас это произошло, я им сказал: «Бог есть!» И последние станут первыми. Смиренные завоюют Царство Божие. Он есть не потому, что что-то для нас надо, что-то нам надо. Нам ничего не надо абсолютно. Мы сейчас никуда ничего не проталкиваем. Просто приглашают, спрашивают. Бог есть любовь. И по своей любви Он сотворил мир, чтобы поделиться этой любовью. Это дар Божий. Но любовь – это еще и труд. И труд творческий. И вот этот творческий труд и дар Божий мы хотели показать через этот фильм. Ну, как получилось, смотрите, свидетельство о любви. Я хочу еще сказать об этой премии, конечно. Наш мир – это некое пространство, в какой-то степени открытое, но в какой-то степени оно имеется свой объем определенный. И если этот объем заполняется либо злом, либо добром, здесь без «если», чего больше, тем оно и заполняется. «Уклонись от зла и сотвори благо» – такова максима Священного Писания. Мы должны не бороться, а должны наполнять этот мир добром. И если его будет очень много, места для зла не останется. Поэтому мы должны наполнять этот мир любовью Божьей. Спасибо вам. И любовью друг к другу. Мы учимся до сих пор. Мы как дети учим других, но и учимся сами. Да, матушка? Я хочу, кроме большой благодарности всем, кто участвовал в этом фильме. У нас маленькая очень общинка, но она вот вытянула этот фильм своими многодетной общиной, своими вот вкладами. Она вытянула этот фильм, и присоединились те люди, которых мы до сих пор не знаем. Очень многие люди помогали нам снимать этот фильм. Спасибо вам большое, и спасибо этому фонду, вам. Нет, я скажу до конца. Спасибо. И я хочу пожелать вам всем приумножения этой любви. Особенно вашим семьям, приумножение любви между мужем и женой, приумножение любви между родителями и детьми, приумножение любви между нашими друзьями, родными, братьями, сестрами. И вот это вот приумножение пускай несет свет в наш мир, который, ну, становится все темнее и темнее, а мы его будем освещать. Хочу пригласить вас стать членами экспертного совета премии «На благо мира» 2019. Спасибо вам большое. Это работа. Это работа. Ну что ж, приглашаю вас. Спасибо. Спасибо. Еще раз спасибо. Но я не могу не дать также небольшой памятный такой сертификат своему учителю добра, режиссеру огня, человеку, который несет свет в этот мир, Светлову Аркадию Михайловичу. Аркадий Михайлович, я мы хочу вас поклониться очень вам, любим. Поклониться вам до земли. Премия «На благо мира» начинает свою работу уже на будущий год. И вы можете подать все свои работы. Вашу работу отметят высоко зрители и эксперты премии. Thank you.
Это только середина нашего вечера. Закончилась торжественная часть, а сейчас будет концертная. Шоу-балет «Тодес» встречаем, друзья! Песня «Богу хвала». Первое место в номинации «Авторская песня». Ваши аплодисменты, друзья.
Спасибо. Ломай, кручи все эти стены, за спиной горят мосты. Я проводник, веду идти, за мной моя история. Как вода камни разбивался я, не найдя причала, сбросить якоря. Проходящий мимо, видишь, я без грима. Правда не убила, сделала сильней ощущения. Ломай, кружи все эти стены, за спиной горят мосты. Я проводник, веду идти, со мной моя история. Ломай, кручи все эти стены, за спиной горят мосты. Я проводник, веду идти, со мной моя история. Катюшу, чтоб зажила, как в детстве, колено. Мама, подуй мне на сердце, подари красивых игрушек, затвори посильнее ты дверцу, чтоб покой мой никто не нарушил. Мама, подуй мне на душу, чтоб, как в детстве, уже не болела. Обними свою ты Катюшу, чтоб зажила, как в детстве, колено. Мама, подуй мне на сердце, подари красивых игрушек, сотвори посильнее ты дверцу, чтоб покой мой никто не нарушил. Спасибо еще раз. Yeah.
Раз, подождите. А, я ж Дед Мороз, кажется. А, точно, Нового года еще нету, но он скоро обязательно будет. Дорогие друзья, с наступающим Новым годом! Миром правит любовь, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Подпевается. Пусть миром правит любовь, и не нужно лишних слов, так было и всегда так будет. Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди. Пусть миром правит любовь, и не нужно лишних слов, так было и всегда так будет. Пусть миром правит любовь, любите и будьте любимыми всегда. Спасибо. Несмотря на то, что мы сегодня награждаем лауреатов в искусстве себя реализовавших, но этот торт абсолютно натуральный, не искусственный. Как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел, и никто ему по-дружески не спел. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь, только смело покоряются моря. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подчинитесь, только смелым покоряются моря. Нам всем нужна не только милость Бога, но и милость близких людей и всех, кто здесь находится, потому что вы все также искорки Божьи и также можете подарить милость другим. Даже тех, кто учен, как монах отречен, всех иллюзия с толку сбивает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. Пусть бывает успех, но в конце без помех смерть приходит и все забирает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. Милости вам всем.
и всего самого доброго. Там степи просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы дети твои, дорогая земля. Притяжение полей, притяжение садов и закатов, и сосен в пушистом снегу, небольших деревень и больших городов, и ночного костра на пустом берегу. Там горы высокие, там степи просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, порядок вещей, и настигнет меня, и припомнится мне притяжение земли, притяжение друзей, притяжение любимой в далеком окне. Там горы высокие, просторные, там ветры летят по проселкам пыля. Мы дети галактики, но самое главное, мы Анатолия Кириченко. Спасибо вам огромное. Вы действительно привносите чудеса в нашу жизнь. Любая неудача у тебя победой станет, Бог. Ты назвал любимой, когда любви не чувствую. Называешь сильной, когда без силы прихожу. Ты сказал, прошла, когда я не тяну. Ты сказал, моя, когда себе я не принадлежу. И верю я. Ты про меня.
Друзья, если у вас опускаются руки, я просто прошу, не сдавайтесь, а поднимайте их к Богу в молитве. Спасибо вам. Берегите друг друга, любите. Счастливо. Бумеранг добра, запускаем сердце. Мы бумеранг добра, по планете вертится. Бумеранг добра, сквозь лавины времени возвращается всегда, если добро верят ты. Бумеранг добра, запускаем сердце. Мы бумеранг добра, по планете вертится. Бумеранг добра, сквозь лавины времени возвращается всегда, если добро верят ты. Бумеранг добра. Бумеранг добра, бумеранг добра, ну возвращается всегда, если добро верю ты. Бумеранг добра, бумеранг добра, бумеранг добра, бумеранг добра, возвращается всегда, если добро верю ты. Бумеранг добра. Будьте счастливы, будьте добрее, будьте любимее, любите и... На самом деле, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, если хотите жить в добром мире, то добром надо делиться. Спасибо всем, кто сегодня этим искренне занимался и дарил это добро со сцены и зала. Спасибо вам большое, друзья. Ну, я хочу поблагодарить вас за то, что вы провели этот замечательный вечер. Памятный диплом за доброту в искусстве и за участие в экспертном совете премии «На благо мира». И вам, Стас, за доброе искусство, которое делает сердца людей мягче, чище, добрее. Ну что ж, дорогие друзья, на этом торжественный вечер, посвященный награждению лауреатов премии за доброту в искусстве «На благо мира» 2018, объявляется закрытым. И с этого момента объявляется новый конкурс «За доброту в искусстве на благо мира 2019». Заходите на сайт наблагомира.ру и предлагайте произведения, которые делают мир лучше, и оценивайте их по профессионализму и по доброте. И пусть этот мир станет таким, каким мы хотим, чтобы он был добрым, чистым, наполненным любовью и сияющими лицами. Удачи вам в новом году и творческих всяческих успехов. До новых встреч через год, ровно через год. До свидания.